Начну с того, что Институт социально-философских наук и массовой коммуникации сравнительно новый институт структуры Федерального университета. Нам в этом году еще исполняется три года. Но, несмотря на свой молодой возраст, он успешно занял свою неповторимую нишу в структуре Федерального университета. Его преимущества, я думаю, очевидны. Во-первых, это уникальный набор направлений – самых разных гуманитарного профиля, как я шучу, от теологии до телевидения, от философии до журналистики, от социологии до связи с общественностью, что позволяет, конечно, по крайней мере, чувствовать междисциплинарное, межотраслевое сотрудничество в атмосфере института. Но, во-вторых, это достаточно высокий состав квалификация научно-педагогического коллектива. У нас четверть преподавателей из 140 доктора наук и почти 70% имеют степень кандидата наук. Привлекает, наверное, сравнительная молодость педагогов. Средний возраст по институту не превышает 45 лет. Ну, я думаю, большое значение, конечно, играет то, что наш институт один из самых социально вовлеченных, общественно активных структур института, э, университета. Я думаю, понятно, по каким причинам. И студенты самых ранних пор вовлекаются в общественно-политическую, культурную жизнь республики, округа, страны, поскольку это просто требуется характером их подготовки. Согласитесь, политолог, социолог, журналист, и медийщик, другие представители других направлений, они по определению должны быть активными участниками общественной жизни. Цифры говорят сами за себя. В этом году два студента нашего института, оба представители высшей школы журналистики, которые входят в структуру института, заняли лауреатские места в республиканском конкурсе «Студент года». А Нафисер Дединов получил главную награду Гран-при. Это ли не свидетельство социальной активности нашего студенчества? Во-первых, могу сказать, что даже на официальном сайте Минобразования, который дает показатель трудоустройство и востребованность выпускников. У нас вполне приличные цифры, причем с положительной демонамикой. Так, если говорить конкретно по направлению подготовки, то выпускники отделения или направления философии обеспечивают преподавание философии в системе высшей школы России и округа. Политологи, я бы их назвал кузницей политических кадров, ну, достаточно назвать фигуры Депутатов государственного совета нашего значит, Исаева Анастасия, Артема Прокофьева. Выпускники направления политологии работают в политических партиях, в различных структурах государственного совета, органов власти. Очень востребована становится профессия конфликтолога: это люди, которые призваны осуществлять в первую очередь досудебные процедуры разрешения самых различных споров в коллективах, в профессиональных сообществах, в личностных и так далее. Их места работы – это Федеральная миграционная служба, страховые компании и, конечно, надо сказать, государственные органы, которые занимаются профилактикой экстремизма и терроризма. Социологи образуют в основном социологическую элиту республики, работает в исследовательских учреждениях и социологических службах различных фондов. Ну, журналисты, понятно, находят свое место в многообразном медийном пространстве, средствах массовой информации, рекламщики тоже востребованы с точки зрения сегодняшних сказать, запросов общества. В этом смысле мы вполне уверены за вполне... Востребованный, трудоустроенный выпуск каждого поколения выкормышей нашего института. У нас, конечно, объективно и стартовые условия, и реальность такова, что есть причина, по которой ну, гуманитариев России еще слабо видят, скажем так, в международных базах цитирования. Тем не менее, при всех трудностях динамика нас вполне удовлетворяет. Я вот тоже специально принес здесь показатели нашей дорожной карты в динамике последних лет, и судите сами. Если в 2014 году мы стартовали с цифры 20 публикаций, то в 2015 году она уже составила почти 30, 32, а в этом году мы вышли на 53 уже проиндексированных статьи, перекрыв на 6% запланированную цифру в 50. Особый предмет гордости, я не стесняюсь об этом говорить, состоит в том, что в публикациях сотрудников нашего института практически нет так называемых мусорных журналов. Это очень приятно. Пусть этих публикаций может быть не так много, как у естественников и технарей, но факт, что это публикации хорошего уровня, как мы говорим, чистые и надежные, это, конечно, дорого стоит. Значит, лидером в публикационной активности, а, да. лидером, конечно, выступают философские кафедры, в частности, вот кафедра, которую я возглавляю. Там, значит, кафедральный план, по-моему, выполняется на 200%. Но это понятно. Международные журналы, первые журналы высокого академического статуса и фундаментальное направление, в первую очередь, философы, политологи, отчасти конфликтологи, социологи, они, конечно, наиболее успешные в этом движении. Хотя свой вклад носят и сотрудники высшей школы журналистики, у них тоже по некоторым кафедрам достаточно хорошие цифры. Дело в том, что спецификой нашего института, как вы догадываетесь, является Наряду с движением и выполнением индикаторов программы повышения конкурентоспособности огромный блок социальных и государственных обязательств. И не только в части подготовки кадров для республики, округа и страны но и в части, в части, так сказать, со стороны участия в крупнейших общественно-политических мероприятиях, которые проводят органы, власти, общественные организации, в которых наш институт принимает самое непосредственное участие. Вы сами свидетель крупной конференции прошлого года международного звучания. Это в первую очередь конференция, посвященная значит, чудотворной иконе Бога Матери, научно богословская Это форум ЮНЕСКО сбережения человечества. И, конечно, понял ваш намек, второй всероссийский съезд Российского общества политологов, крупнейшая профессионально-общественная организация политологов, все были проведены на площадке Федерального университета, а, естественно, в первую очередь, центровыми, так сказать, выступали кафедры и сотрудники нашего института. Относительно политологии могу сказать, что университетские политологи чувствуют себя более чем уверенно в политологическом мире России. Во-первых, политологической подготовки в федеральном университете скоро уже исполнится 30 лет. Создан полный цикл подготовки – бакалавры, магистры, аспиранты. Успешно работает диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Политологи участвуют в различных программах и грантах. У них очень высокая публикационная активность в смысле монографий, работ, посвященных, в первую очередь, проблемам России и республики. И ведущим выступает проблема федерализма, этнической политики, крайне актуальна в системе отношений политических в таком государстве, как Российская Федерация, с наличием субъектов, в частности, Республики Татарстан. И тот факт, что крупнейшая российская политологическая ассоциация выбрала именно Казань и нашу кафедру политологии как площадка проведения Российского съезда, Конгресса, говорит само за себя. Добавлю тоже с гордостью, что в 2015 году патриарху татарстанской политологии профессору Фарукшину была вручена высшая награда Общества Российской Ассоциации преподавателей политологии, медаль имени Шахназарова. Ну, насколько я знаю от наших коллег-политологов, в России осталось не более 20 с небольшим центров подготовки профессиональных политологов. 20 с чем-то кафедр, может быть, несколько факультетов. Значит, вот съезд политологов показал, что по оценкам, повторяю, московских уважаемых коллег, петербургских, то есть представителей таких традиционных мощных школ, ну, российская, наша казанская кафедра, кафедра нашего университета входит в пятерку лучших, первую пятерку политологических кафедр, центров политологической подготовки в Российской Федерации. Это я говорю, еще раз говорю, не для красного словца, показатели очень хорошие. И тот факт, что кафедра входит организационно в обе политологические ассоциации России, это Российское общество политологов, Российская ассоциация преподавателей политологических наук, политологических наук тоже говорит само за себя. Мы хорошо дружим с нашими московскими, питерскими коллегами и в этом смысле гордимся этим. Ну, кафедра социологии тоже, или социологическая подготовка измеряет уже третьим десятком лет в университете. Кафедра одна из крупных по численности, почти 40 человек, по кадровому составу, большая прослойка докторов, наук, профессоров. Основные направления работы связаны, конечно же, с применением социологического инструментария для скажем так, подготовки решений государственных органов, общественных органов по вопросам, в первую очередь, этнокофессионального развития, национальной политики, социального самочувствия жителей республики и, конечно же, как мы говорим, постоянный мониторинг социального самочувствия студентов Федерального университета. Вы в курсе, вот буквально недавно мы получили поручение ректора относительно очередного мониторинга этой ситуации, в том числе связанная с работой филиалов Федерального университета и присоединением Альметьевского нефтяного института. Ну, не случайная кафедр называется кафедра общей и этнической социологии. То есть здесь опять мы пытаемся соединить как бы общетеоретическое и региональное измерение для того, чтобы повысить востребность разработок, мониторингов, мониторингов процедур, связанных с работой социологов. Динамика количества или доли иностранцев у нас растет очень хорошо с переполнением плановых цифр. Если на 16 год у нас была цифра 101, то в реальности она составляет 112 иностранных учащихся. То есть практически каждый 15-й, каждый 14-й студент – это иностранцы. Рекрутинг в основном идет из Китая, Вьетнама, Ирана, увеличивается прослойка, стран Центральной Азии, ну, как мы говорим, бывшего Советского Союза нынешнего, СНГ, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, есть ребята из Белоруссии, ну, достаточно большой коллектив. Мы не можем пожаловаться в целом на показатели их учебной деятельности, научной и особенно общественной активности. И, я думаю, вы с приятным таким удивлением, может быть, услышите то, что председателем профессиональной организации студентов института, то есть самым главным органом студенческого самоуправления, у нас, повторяю, в Казанском федеральном университете, в России, единогласно был избран полтора года назад Камил, Камол Багонов. Он сам приехал к нам из Узбекистана, представитель направления философии, и, как видите, не только успешно учится, но и раскручивает и очень успешно, неплохо всю студенческую самодеятельность, самоуправление. Мы потихонечку движемся в этом направлении, хотя, конечно, достигнутые вряд ли может нас удовлетворить. Пока что я бы сказал так, совместных программ с вузами-партнерами как таковых нет. Есть программа на английском языке, которая сделана два года назад, магистерская транснациональная миграция и религиозная адаптация у религоведов. Ну и прошу не забывать, что мы, вообще говоря, обслуживаем на английском языке Значит, образовательные дисциплины философского цикла во всех институтах нашего университета. В частности, в Институте фундаментальной медицины и биологии для иностранных учащихся, в Институте нефтегазовых технологий. Наши сотрудники, профессор Николаева, с своими помощниками вот, недавно сдали в печать на английском языке пособие по дисциплине истории, философии и науки для всех аспирантов Федерального университета. Считаем тоже это вклад в образовательную политику, которая привлекает иностранных учащихся. Если говорить о вузах-партнерах, то у нас очень прочные и постоянно сказать, обновляющиеся, укрепляющиеся отношения с такими вузами, как Левинский католический университет, значит, Бельгия, Карлов университет, Чехия, Егелонский университет, Польша. Очень хорошо мы связаны с Болонским университетом. И сейчас появились уже связи с японскими университетами и с университетами Китая. Вот это такие многолетние формы уже сотрудничества. Ну, замечу, что религиоведческой подготовки в Федеральном университете в этом году как раз исполняется 10 лет. И кафедра религоведения ⁇ одна из самых вот, так, динамично развивающихся подразделений института. Во-первых, хочу сказать, что она ведет подготовку по двум направлениям. Религоведение и теология. Можно, конечно, спорить, в том числе и с вами, нужна ли теология в светском вузе, но коль скоро она входит в реестр направлений подготовки, коль скоро она является с 2015 года научной специальностью, утвержденной государством, значит, есть на нее запрос, мы обязаны развивать это направление. Даже для сравнения могу сказать, что численность религоведов и теологов в нашем институте приближается к 200 учащимся из 1800. Это, наверное, говорит само за себя. То есть востребность, потребность есть. В чем причина вот такой востребованности? Ну, в том, что, как мы с вами видим, с одной стороны, объективно усиливается роль религии, религиозно-конфессиональные компоненты в развитии общества. Это, наверное, даже не надо даже пространно объяснять. А с другой стороны, что мы постоянно чувствуем, значит, обстановка, связанная с межрелигиозными, межконфессиональными отношениями, нуждается в постоянном регулировании, мониторинге во имя двух великих целей – межнационального и межконфессионального согласия. Одна только мысль о том, что здесь что-то может сложиться не так, мы с вами знаем, она просто приводит ну, к очень неприятным последствиям. И очень хорошо, что в республике нашей, как известно, межконфессиональный мир, гражданское согласие являются ценностями государственного порядка, они входят в стратегию развития республики как приоритетные. И в этом смысле кафедра делает очень многое для укрепления или подготовки профессионалов, связанных вот с реализацией этих функций. Где их места работы? Во-первых, в системе государственных органов, отвечающих за государственно-конфессиональные отношения. Это участок, требующий специального образования. Во-вторых, подчеркну, очень актуально сегодня такой участок, как религиоведческая экспертиза, поскольку государства, судебные органы, другие, органы других отраслей власти, но объективно сталкиваются с различного рода спорами, конфликтами, нарушениями или ненарушениями законодательств. А в силу тонкости вопроса, вы понимаете, да, это очень тонкий вопрос, необходимо очень тщательно готовить соответствующее решение соответствует закону, не соответствует, регулируется, не регулируется, а это дело как раз экспертов в области элеговедения. Могу сказать, что заведующий кафедрой элеговедения профессор Астафа Лариса Сергеевна одна, одна, из признанных специалистов в области элеговедения в Российской Федерации и не случайно недавно значит, вошла в комиссию Совета Федерации, общественную комиссию по этим вопросам. Две трети учащихся учатся на возмездной основе. И каждый год контрактный прием растет. В том году мы при наборе бюджетном чуть больше 300 человек приняли 367 человек только на контрактной основе. Но это говорит то же само за себя. Если люди согласны платить деньги за образование, наверное, они рассчитывают на востребованность и успешность в этом плане. Значит, вывешен на портале абитуриента в сети в стане абитуриента федерального университета. Он не изменился. Это общество знания, это история и это язык. Ну, имеется в виду наш русский язык. Насколько вам тоже хорошо известно, у журналистов по ряду направлений значит, добавляется творческий конкурс. Но это особая песня. Он тоже зарегламентирован, вполне прозрачен сегодня. Проводится из двух частей. Значит, оценивается портфолио творческое абитуриента. И затем дается время на написание эссе и так далее. Это все тоже действует все по регламенту. Поэтому те, которые стремятся связать судьбу с учебой в нашем институте, они должны в первую очередь готовиться именно к этим экзаменам. Но подчеркнул, что общие все-таки требования, помимо вот таких обязательных дисциплин по ЕГЭ, это приветствуется эрудиция абитуриентов, а это значит знание литературы. Я бы хотел обратить внимание абитуриентов на подготовку языковую, сегодня без второго, а лучше даже без двух э, иностранных языков стать успешным в современном глобальном мире очень сложно, но один язык надо знать, ну, по крайней мере, достаточно хорошо, хотя бы на разговорном, я уж не говорю об академическом уровне. В ряде направлений социология, философия Значит, присутствует в учебных планах солидная, естественно, научная, точнее, я бы сказал, математическая подготовка. Поэтому если человек ну, немножко будет ориентироваться в математике, это тоже неплохо, вот для тех, кто избирает эти направления. Во-первых, замечу, что институт сам создает возможности для перехода после окончания балковирата по одному направлению на магистратуру по другому. И таких прецедентов у нас достаточно много. Но хочу сказать, что компонента магистрская, она растет из года в год. И вот опять принес вам цифры. Если в 2016 у нас план был 250, ну, 249, если говорить точно, то мы его перевыполнили почти на 100 единиц. У нас сегодня 342 магистранта, а план на семнадцатый год где-то 420. Мы берем как бы повышенную стахановскую цифру. Да, да, к нам идут с других вузов, причем иногда меняя даже кардинально профиль подготовки, то есть имея в виду техническое образование, идут на философские магистратуры, есть люди, которые возвращаются, я бы даже сказал, из таких престижных центров, как Москва и Петербург. Вот буквально лежат над подпись у меня три заявления по социологии, философии и религоведению. Значит, наши выпускники просят магистратуру переводятся как бы нашего института. Мы только это приветствуем. Я считаю, что для человека и институт как бы направляет человека к мысли, что чем больше у тебя уровня образования, тем они, чем они разнообразнее, тем ты более, может быть, адаптирован, успешен на очень быстро меняющемся рынке труда, не только в России, но и во всем мире. Чем плохо иметь бакалавриат журналистский, магистерскую, допустим, по религоведению, по социологии, а защитить аспирантскую работу, а еще лучше диссертацию по политологии. Здесь все в одном институте, здесь не надо, так сказать, ездить куда-то на сторону, хлопотать, оформлять бумаги. Везде свои люди, свои преподаватели, знакомые лица, и мы, конечно, приветствуем вот такую внутреннюю мобильность.